Хе-хе, ребята, всем привет, мы играем в Build Battle на Ласкрафте. Итак, ребята, голосуем за тему, я голосую за еду. Это интересная тема. И нам надо построить бутылку молока, ребята. Берем наше стекло, взял снег, он очень похож на молоко. Давайте же приступим. Делаем основание нашей бутылочки. Даже можно сделать ее побольше. Вот, идеальная бутылочка у нас. И поднимаем ее стеночки. Шесть минут осталось. Это, в принципе, еще очень много времени. Мы обязательно успеем это все доделать. Для контраста будет белая шерсть у нас, и вот так вот будет идти. И давайте же поднимем стенки нашего молока тоже. Полностью заделывать уж не буду, сделаю только по контурам. Вот так вот. И давайте еще поднимем наши стеночки, вот так вот. 4 минуты у нас остается. По идее, мы должны успеть, потому что вот уж как она выглядит, наша бутылка. Как же сделать-то? Давайте вот так вот еще поднимем на два блока. И это будет наше горлышко нашей бутылки. Ну, чем-то похоже, конечно, на бутылку. Опс, надо еще вот здесь сделать, а то у нас что-то здесь пусто получается. Вот, замечательно. Осталось только 2 минуты, ребята. Похоже у нас на бутылку или не похоже? Давайте пол поставим. Сделаем пол из дерева. Тыкаем на блок. Этот убираем. И осталось 1,5 минуты у нас. О, какая бутылка интересная. Подглядел идейку и сделал пробочку для бутылочки. Ну, думаю, пойдет наша пробочка. И давайте же полублокчик темненький. Вот. Давайте добавим какие-то эффекты. Какие эффекты добавить-то? Вода. Что ж добавить-то нам, ребята? Давайте криты добавим. Вот. Вот так сделаем. 3, 2, 1. Время и стекло наше. И первая же постройка. Это наша построечка, ребятки. Что же там оценивают, ребята? Мне интересно. И давайте же оценим сейчас мы. Давайте поставим вот эту оценку, которая у нас была, уже отмечена. В принципе, как у нас. Почти так же, как у нас. Ну, в принципе, очень ничего так получилось. А что же это за постройка? Ну, какая-то она нереалистичная. Как бы, давайте поставим вот такую вот оценку. Это что такое? Как-то непонятно сделано, но за человека, конечно, поставим вот такую оценку, желтый блок. Очень много лишнего получается. Давайте эту оценку оставим. Опа-на, как у нас почти. Ну, давайте так же оставим, мне кажется. Это что, ребята? Это похоже на ракету. Написано Простоквашино. Это просто бутылка. Не соответствует условиям. Мы заняли 3-е место, ребята. Буквально 5 очков нам не хватило до победы. Это было все. Подписывайся на канал, пиши комментарии и ставь лайки под этим видео. Всем пока-пока.